В Анадыре сотрудники вневедомственной охраны войск Национальной гвардии задержали 27-летнего гражданина, обвиняемого в совершении сразу нескольких преступлений. Среди них кража, тайное хищение денежных средств и грабеж. Более того, мужчина скрывался от суда и находился в розыске. Подробности у Юлии Анисимовой, начальника отделения пресс-службы управления Росгвардии по Чукотскому автономному округу. При патрулировании улиц окружной столицы наряды группы задержания в составе старшего сержанта полиции Элбека Юлбаева и старшины полиции Александра Шульги заметили гражданина, подходящего по ориентировке и находящегося в розыске по постановлению Анадырского районного суда Чукотского автономного округа. Молодого человека, схожего по приметам с данными, указанными в ориентировке, сотрудники Росгвардии задержали возле отделения связи «Мегафон» города Анадыря. Проверив документы и установив личность гражданина, росгвардейцы выяснили, что 27-летний житель Анадыря разыскивается как не явившийся в судебные органы по обвинению в совершении нескольких составов преступлений против личности и собственности. Бойцы Росгвардии доставили молодого человека в дежурную часть территориального органа внутренних дел для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска.